У маленького Лёни с рождения нарушение слуха, из-за чего он практически ничего не слышит. Для лечения недуга нужно провести операцию по внедрению слухового импланта. Но на данный момент на территории Беларуси таких операций не производят. Единственный выход – Польша. Стоимость операции порядка 30 тысяч евро. Семья всеми силами пытается собрать эти средства, чтобы мальчик рос полноценным. Общественные организации не остаются в стороне и всячески помогают Лёне. В его поддержку в городе состоялся благотворительный концерт «Все краски жизни для тебя». Короткий срок, много коллективов и организаций города Бреста откликнулись. Это очень важно. Мы говорим, что это белорусы очень такой добрый, хороший народ. Очень много общественных организаций подключилось. Здорово, что мы все вместе консолидированно делаем добрые дела. Мы не говорим здесь пафосно, мы не говорим здесь, что мы решаем все проблемы. Да, да, то есть мы стараемся это делать. Главное не сидеть на месте, а делать добро. И когда каждый человек сделает доброе дело, я уверен, что оно ему вернется. Творить добро на самом деле очень просто. Любое пожертвование приближает семью к их заветной цели, чтобы их ребенок смог просто слышать звуки окружающего мира. Такие акции и мероприятия служат своего рода активной рекламой, ведь на праздники приходит большое количество людей. Кто-то просто поможет, а кто-то еще расскажет и своим близким, которые впоследствии могут также подключиться к доброму проекту. Мы не можем долго ждать, потому что возраст идеальный для операции – это год-полтора. Если ребенок прооперирован именно в эти сроки, у него высокие шансы полноценно развиваться, освоить речь, пойти в самый обычный среднестатистический садик и в общеобразовательную школу впоследствии. Очень хотелось бы, чтобы мы наконец-то закрыли этот сбор. И как можно быстрее. Да, на руках у родителей уже половина от необходимой суммы. Благодаря мероприятию к ней прибавилось еще порядка 10 тысяч белорусских рублей. Здесь действительно наглядно работает выражение «с мира по нитке». Поэтому, отправив даже незначительную сумму, взрослый человек помогает малышу вылечиться. И как знать, возможно, в будущем он станет всемирно известным человеком и подарит обществу намного больше.